Крым наш или Турцию открыли. И половина сезона не прошло, как Турция извинилась перед Россией. И теперь вот так встречает российских туристов. Я так смотрю, кто сначала против России какие-то действия предпринимает, потом прощения просит и отношения налаживает. Скажи мне, кто оккупант и агрессор, и я тебе скажу, кто следующий будет к Путину на прием записываться прощения просить. Поставь лайк этому видео, подписывайся на канал, дальше будет только интереснее.